Когда Эллен умерла, я потерял все. До тех пор, пока мне не привезли эту собаку. Прощальный подарок моей жены. И в этот момент я ощутил какое-то подобие надежды. Возможность горевать не в одиночестве. А твой сын отнял это у меня. О, это вроде... Украл это у меня. И уничтожил все это! Какой хороший пиджак. Что я такого сделал? Ты лоханулся по полной. Сынок, мой гнев вызвало не то, что ты угнал, а у кого ты угнал. У кого? Да он никто вообще. Вообще-то этот никто Джон Уик. Ну, что будем делать? Мне нужна тачка. Джон, человек целеустремленный, обязательный, волевой. Тебе это все знакомо очень мало. Я видел однажды, как он убил троих в баре. Карандашом. А теперь мой сын через несколько дней после смерти его жены стырил его тачку. И убил его щенка. Нам поступило большое количество жалоб с вашего этажа касательно шума, сэр. Ты снова работаешь? Нет, разруливаю тут кое-что.